У нас есть специальная вставка, предназначенная для обработки чашек Петри. Называется она Е118. Размещается она на верхней корзине. Она позволяет обработать 38 половинок чашек Петри. А на нижнюю корзину вы также можете поставить две вставки, таким образом обработав еще дополнительное количество чашек Петри. В частности, 56 и еще 56. Таким образом, за один цикл возможно обработать 150 половинок чашек Петри. При размещении чашки Петри в данной вставке важно разместить именно внутренней частью к середине. В нашей бытовой программе также есть вставки, предназначенные для обработки предметных и часовых стекол. Это вставка Е134, предназначенная для обработки 210 предметных стекол. Это вставка для часовых стекол диаметром до 125 мм, Е402. Это вставка Е403 для часовых стекол диаметром до 60 мм.